Первое место среди нарушителей занимает незаконное размещение объявлений, опоры, линии электропередач, фасады домов, подъезды, традиционные места, где сочинцы расклеивают свои сообщения и рекламу. По требованию главы города очищают курорт от таких объявлений специальные бригады. Их создали в Сочи 2 года назад. Личность нарушителя выясняют по номеру телефона и штрафуют. За антисанитарное состояние более 600 протоколов составлено. Надо сказать прямо, что есть результаты, что касается основных улиц, но слишком много еще у нас работы впереди по домовым территориям. Особенно это вот касается подъездов. По мнению властей города, подобные объявления в век информационных технологий – просто дикость. Кроме того, они наносят существенный ущерб облику курорта, портится внешний вид строений и других объектов. Кроме того, следы клея зачастую просто невозможно удалить, поэтому борьбу с самовольными объявлениями усилят.